Банде Гуру Пададандам Бхактапинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Яно Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванчакалпатарувасчакипасиндубхавача Патитананг Паванебхва Вайшнавибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтагирим Яткипатамаханг Ванди Парамананандамадавам Бриндавай Тулсидев Вайпиявай Кесавасача Шнавагди Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наром Чайва Нароттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудирай Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамодакша Джагод Барану Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Бетатихам Панатапад Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпад Паллаванакачандамани Чатая Бисфуриджита кимапикапавадушва дарши Пурнану рагра сасагра сара мурти Сарадхикамай кадакипам каруси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджану ламбита хужау канака бодато Санкиртаной капитару камала ятакшо Вишамбару дижавару жугадхарма пало Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Муктин ча муктин ча дадасинитам Бхаванурупена саданаранам Ганга таранга раманийя джата калапам Гаури нирантара бивуши табам бхагам Нараяна приямананга мадапхарам Барана сипурапати бхаджави шанатам Ваги саджушва бадане Лакшмир джасша ча бхакшаси Ясьясте хиде самбир Твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Джанг Брахма Варунендра
Amaruto, Stunvanti Dibbaistavai, Vedai Sangha Padakramo Panishadai, Gayanti Yam Samaga, Dhyanavastita Tadgatena Manasa, Pashvanti Yam Yogina, Jasyantana Vidhu Sura Suragana, Devayata Asmai Namaha, Jang Brahma Varunendra Rudra Maruto, Stunvanti Dibbaistavai, Vedai Sangha Parakkama Upanishadai, Gayanti Yam Samaga, Dhyanavastita Tadgatena Manasa, Pashvanti Yam Yogina, Yasyantam Na Viduhu Sura Suragana, Devayata Asmai Namaha. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, there is some excellent power, there is some excellency there in Krishna Seva. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада сказал, что в Кришна Севе столько великолепия, столько красоты, что перед ним вся мораль, общественные обязанности и прочие вещи становятся, затмеваются и становятся бесполезными. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада Джагадгуру сказал, что Кришна Сева, Кришна Баджан, она имеет такую уникальную, великолепную силу. В Кришна Баджане столько силы, что перед Кришна Баджаном мораль, честность, социальные какие-то обязанности, все становится бесполезным. Но мы неудачливы. Мы не можем понять Кришна Баджан. Это практически невозможно понять Кришна Баджан. Хотя в шастрах говорится, Кришна Баджан — это естественная функция нашей души, естественное состояние нашей души. Но все же мы находим, что для нас практически невозможно совершать Кришна Баджан, потому что мы не можем посвятить всю нашу жизнь, душу, все ради служения Кришне до тех пор, пока мы не посвятим все, даже наше тело, ум, ради Кришна Баджана, до тех пор Кришна Баджан невозможен. Другие полбоги мы можем поклоняться, но это невозможно поклоняться Кришне. Если вы можете посвятить все Кришне, то тогда это возможно для вас совершать Кришна Баджан совершенным образом. Обусловленные души всегда склонны к наслаждениям. Они не могут избежать наслаждения. Это практически невозможно для них. Их склонность к наслаждению, она естественна. И вот они не могут избежать наслаждения. И эта склонность к наслаждению, она... делает их неактивными в Кришна Баджане. Эта склонность к наслаждению не может позволить им совершать баджан. На самом деле, каждая дживатма, обусловленная душа, они пытаются соревноваться с Кришной. И вот каждая душа, она хочет соревноваться с Кришной. И Кришна может делать то или то, и я тоже могу. И таким образом, каждая дживатма, они хотят соревноваться с Кришной, это главная проблема. Все время они пытаются соревноваться с Кришной, и вот каждая дживатма, она в какой-то степени похожа на Кришну.
они хотят стать Кришной. То есть они как по качествам как-то чем-то похожи на Кришну, как капля воды и океан воды. Обусловленная душа не может избавиться от склонности к наслаждениям, поскольку они, их органы чувств, они заняты наслаждением. И они не готовы принять Кришну как Верховного Господа. С другой стороны, они говорят какую-то ересь о Кришне. Кто-то может выразить какое-то почтение к Шиве Махараджу, какие-то обусловленные души, они могут выразить какое-то уважение к Шиве, поскольку внешне вроде он в отреченном укладе жизни находится, а о Кришне они не готовы. Великие писатели, философы, великие личности, все они не могут понять, что настроение Кришны, кто такой Кришна. И в этом главная проблема. Они пишут всякую ересь о Кришне. Как материальные эти люди всякие. И можно видеть, какие-то люди пишут против Кришны, говорят против Кришны, но получают уважение в обществе. Они не могут понять, кто такой Кришна. И вот та шлока, с которой начал, здесь мы видим Брахма Шанка в бесчисленных брахмандах. Все полубоги, все они, Брахма Шанка, Варуна, Индра, они возносят молитвы лотосным стопам Кришны, чтобы обрести хотя бы каплю милости. Хотя материалисты, они заняты соревнованием с Кришной. Вот в этом главная проблема. Суть в том, те, кто имеет демонический склад ума, они хотят уничтожить Кришну. Как Джарасанда, как Камса, они хотят убить Кришну, поскольку Кришна представляет какую-то проблему для них. Камса, Джарасанда, Шишупал, они все хотят убить Кришну. Они думают, это хорошо для нас, мы не можем позволить Кришне жить. Если с Кришна, то одни проблемы возникают. Он может смотреть, что мы делаем. Если Кришна нет, то нет никого, кто бы судил нас. И вот такие демоны не решают убить Кришну. Материалисты иногда поклоняются Бхагавану. Иногда некоторые. Они боятся, если мы не будем поклоняться Бхагавану, то может какие-то проблемы возникнуть, и поэтому мы будем поклоняться. Кто-то думает, что Бхагавана нет. Кто такой Бхагаван? Кто-то думает так или иначе. Далеко не у всех есть вера в Бхагавана. Какие-то, кто-то из них признают, но не сердцем, что есть Бхагаван, но они не готовы признать сердцем, хорошо, как-то это в общем. И большинство людей, они игнорируют Кришну, оскорбляют Кришну в этом их состоянии. Даже мы знаем, когда Кришна говорит, он рассказывал Бхагавад-гиту, вы знаете все об этом.
Кришна дает наставление в Гите Арджуну, Арджуне, где в Курукшетре. И материалисты, они спорят. Кришна говорит Арджуне. И также это поле боя. Все войны там, и сейчас начнется война, а Кришна рассказывает Бхагавад-гиту, как это возможно, где столько времени уже сражение собирается начать, уже трубят раковины, уже вот-вот начнется, и Кришна говорит Гиту, когда он успел, так это ж ложь. И вот кто-то так думает, что кто-то сомневается в могуществе Кришны, кто-то говорит, что хорошо, если вообще Кришна говорит Гиту, то как это возможно для Вьясадева записать? Его не было на поле боя, и как это возможно? Это ложная философия. Материалисты спорят так, и вот суть в том, они не хотят признать то, что Он Верховный Господь. Верховный Господь значит. То, что Он может делать и не может, это не наше дело. Что может Кришна делать, что не может? Если мы будем судить его, кто мы, чтобы судить Кришну? Люди думают таким образом. На самом деле, если Шри Кришна Верховный Господь, если мы думаем согласно Писаниям, то Кришна может делать все, что Кришна не может сделать. Он может все. И вот и суть в том. Время, то, что мы за временем, время тоже находится под контролем Кришны. Так это или нет, если бесчисленные брахманды, они находятся под контролем Бхагавана, Верховного Господа, то тогда материальное время или и, соответственно, время, оно тоже под контролем Кришны. И что плохого, если сомнение, что Кришна мог остановить время и рассказать Бхагавад-гиту, и потом продолжить его. И вот в Брахма-самхите рассказывается, что Кришна хотел однажды показать все Брахме. В Чатур-шлоке Бхагаватам мы знаем эту шлоку, и там говорится: «Я дарую вам силу, я благословляю вас, с помощью моей милости вы можете увидеть, с помощью твоих собственных попыток ты не можешь ничего познать». И вот в этих четырех слоках говорится: если я не дарую милость тебе, ты не сможешь ничего понять. И поэтому Бхагаван Си Кришна говорит Брахме: я привожу свидетельства одно за одним. И все знание о моей сварупе, о моей даме, о моих лилах, обо всем, о моих желаниях, то, что есть и нет. Все по моей милости ты можешь обрести. И это трансцендентное знание. Ты можешь обрести, и ты можешь осознать все. И Бхагаван показывает свою вечную обитель, все остальное, Брахме.
Кстати, вспомнить это, и Брахма, он творец этого материального мира. И по милости Бхагавана он сотворил этот мир, и такой Брахма, он в каждой Брахманде, в каждой из бесконечных Брахманд. И там можно найти одного Брахму. В Двараке, когда Бхагаван встретился с Шанкаром, Брахма удивлен был увидеть множество Брахм. Он думал, что он единственный во всей Вселенной. У кого-то было больше голов, чем у него. Он был удивлен, что так бесчисленных, много Шив и Брахм. И таким образом я хочу дать свидетельство, что в Шлоке Бхагаватам Бхагаван говорит. И Бхагаван говорит Брахме: «О Брахма, по твоей милости ты можешь делать все, хотя…» Бхагаван говорит: только по его милости можно познать его, а своими собственными попытками, усилиями невозможно. Если пытаться… Использовать все, что у нас есть, для того, чтобы познать Бхагавана, это бесполезно. Кто-то хочет своими попытками познать Кришну, но это невозможно. И поэтому в Упанишадах говорится, если вы будете пытаться использовать свои собственные попытки для познания Кришны, ваш ум, разум, разумность, богатство, способности, все это будет бесполезно. Если вы хотите по-настоящему узнать Кришну, то тогда, то есть сами своими попытками вы будете обречены на провал, вы не сможете понять, кто такой Кришна. И вот своими собственными попытками, поэтому в Упанишадах такие слова говорятся. И перед этим преданным, перед этой дживатмой, Бхагаван, он проявляет себя, кто полностью предается Упаву. По своими собственными попытками я никогда не могу понять себя и о трансцендентном и материальном. Шрила Прабхупад часто говорил об Акшаджавасту и Адхокшаджавасту. Джива Госвами Пад, он дает определение. Акшаджавасту значит то, что вы можете осознать. Акшаджавасту то, что вы можете осознать с помощью ваших органов чувств. Поскольку любое знание, которое вы обретаете, если вы посмотрите в свой ум, если вы будете пытаться найти что-то в вашем прошлом опыте, вы можете видеть все знание, которое у вас есть, то, что вы получили в своей жизни. С самого рождения все это с помощью ваших органов чувств, ума и… Но это знание, оно материальное. Если вы находитесь в чреве матери, то есть какой-то ребенок находится в чреве матери, и если этот ребенок пытается узнать свою мать, то это невозможно.
challenge. I can know my mother. How can you know? The baby is there inside you. That's why infinity Brahman is about that in Brahma Sangita you know already. Many times you see. В Брахма Сангхите много раз такие слова приводятся. Infinity, Brahmanda, all there. Все брахманды, множество, бесконечное количество брахманд, оно исходит из спора на коже Бхагавана. В Брахма-самхите описывается это. Так много свидетельств, через которые мы можем понять то, что это невозможно понять Кришну. И вот я могу ответить на этот вопрос, на сомнения, которые возникают у материалистических людей. Они говорят, что не было времени, когда Кришна мог бы рассказать Бхагавад-гиту Арджуне. Я уже множество свидетельств привел, то, что время, если бесчисленные брахманды находятся под контролем Кришны, то думаете ли вы, что это материальное время, оно не находится под контролем Кришны? И что вы имеете в виду? Я хочу сказать, может быть, вы правы. Спор начнется сейчас. Я знаю, и нет времени, но все же это возможно для Кришны сжать бесконечное количество времени в одну секунду. Разве Кришна не может этого сделать? Как это возможно для Кришны совершать Расалилу в течение ночи Брахмы? Это гигантское количество времени. Однажды, и вот в течение ночи Брахмы Кришна совершал Расалилу, и все гопи, они думали, что Расалила закончилась очень быстро, буквально за несколько секунд. Они думали, что Расалила только началась, уже закончилась. И поэтому для Кришны возможно изменять время, место, пространство. И в материальном мире мы находимся под контролем времени, пространства и материи. И вот я могу привести пример Радхарани с Явата. Пришли они на Радхакунду, потом пошли на Кусум Сарвар, потом собрали цветы там, потом встретились с Кришной. Опять пришли на Радхакунду, потом на Сурьякунду после, чтобы поклониться Сурьядеву. И вот они пошли на Сурьякунду, это далеко достаточно. Махарадж там жил какое-то время. Где-то 6 километров от Радхакунды, и как это возможно? Радхарани пришла сюда. И как Радхарани успевает везде? Там только весь день только идти надо с одного места в другое. А люди своего материалистического склада ума думают так, но смотрите, время, пространство, материя, оно находится под контролем Йогамайи Пурнамаси. Все это находится под контролем Йогамайи и в соответствии с Лилой. Йогамайя может организовать все, например, Радхарани. Радхарани нужно 10 километров пройти за короткое время, и
И с помощью йога майя это возможно. Кришна, он из Нандагама пришел и достиг Ямуны, Вриндавана. И хотя с Нандагама до Ямуны там 80 километров как минимум. И таким образом мы не можем судить и пытайтесь понять. Мы должны осознать, мы знаем, то, что борьба, сражение, оно только собиралось начаться, но для Кришны возможно сжать время и в течение этого времени рассказать Бхагавад-гиту. И поэтому, несомненно, это так и было, что Гита, Кришна, он рассказал Бхагавад-гиту перед сражением на поле боя Курукшетры. И второе, если Кришна произнес Бхагавад-гиту перед Арджуной, ну как это возможно для Вьясадева записать еще это все? Поскольку Вьясадев, во-первых, его там не было, во-вторых, не успел бы. И смотрите, я же вчера сказал, обычные люди, обычные полубоги, те, кто находится на небесах, и вот те полубоги, у них есть сила слышать. Если вы говорите что-то здесь, молитесь тем, кто не могут услышать вашу молитву, хотя находится невообразимо далеко. Если мы, например, молимся Индре или Варуне отсюда, и это их йогическая сила. И с помощью этой йогической силы они могут слышать все ваши просьбы за тысячи километров. Они могут все это услышать, хотя до небес настолько далеко. И вот в то же самое время Индра Махарадж, Варуны или любые другие полубоги, если они захотят встретиться с вами, они сразу являются перед вами, как в случае с Гаджендрой. Его история описывается в восьмой песне Бхагаватам. И вот Гаджендра, он всем сердцем молился. Он молился Верховному Господу и говорил: Бхагаван с Вайкунтхи, он с Лакшми, и услышав его молитву, он сразу же явился перед Гаджендрой. Нельзя сказать, что даже за часть секунды, поскольку он явился гораздо быстрее. И вот Бхагаван из Вайкунтхи, он пришел сразу же. Гаджендра, он, как только он начал возносить молитвы, Бхагаван сразу явился. Не только это, Бхагаван Нарайан, он говорит. Гаруде, что? Хотя Гаруда очень быстро перемещается, буквально мгновенно, быстрее, чем мысль. И вот Бхагаван с Лакшми явился туда, где Гаджендра находился. Не только это, Бхагаван также говорит: Гаруде, быстрее, быстрее. Хотя Гаруда и так быстрее, чем мысль, перемещается, но
Бхагаван говорит, что мой преданный, он страдает. А вы пытаетесь бороться с этим Бхагаваном, Верховным Господом. И такие люди должны чувствовать стыд. И сейчас с помощью беспроводных радиосистем можно слушать что-то. Хотя те же самые люди не могут поверить, что Ясадев мог услышать, находясь далеко. Почему? Почему это невозможно для него, поскольку этот же Ясадев Госвами, он Шакти Вишаватара Бхагавана, и Ясадев Госвами, он дарует силу Санджая, чтобы тот передал. А чтобы тот рассказывал, что случается на поле боя. И вот по милости Ясадева Госвами он мог видеть все и рассказывать, передавать Дхритараштре. Сегодня день явления Бхагавана Шри Кришны. И это естественно, как можно сказать, что день явления Бхагавана Шри Кришны, мы знаем, что Бхагаван, он Парабрама. А как он может родиться, как это возможно? Он никогда не рождался, как его день явления, если он вечный, нерожденный. Но смотрите, можно гармонизировать эту сиддханту вот с тем предыдущим утверждением о том, что Кришна нерожденный и вечный. И вот Брахма может родиться. Это тоже возможно, поскольку это его рождение, но не подобно нашему. Кто-то умирает и рождается, и я тоже могу оставить тело и родиться, но то, такое представление о рождении и смерти не должно быть у нас, поскольку авирбав, я имею в виду, когда Кришна является, это тоже вечно. Когда Кришна является, это вечно. Не совершайте ошибок. Это Джанмаштами. Это Джанмаштами Титхи. Они вечны. Я имею в виду явление Кришны вечно, разве? Вечно, что значит вечно? Вечно значит вечно. Махапрабху, он говорит Санатана Шикшу, Санатани Гаса. И Махапрабху говорит, о Санатан сейчас. Когда я говорю Харикатху тебе, Кришна рождается сейчас, в любой Брахманде. Именно и сейчас, когда Кришна рождается, мы не можем сказать, поскольку в любой бесчисленный Брахман, то может явиться Кришна, говорит Санатани, о Санатан. Сейчас, когда я говорю Харикатху тебе,
Кришна рождается сейчас в какой-то Брахманде. И сейчас каждую секунду он в какой-то Брахманде рождается. Кришна, все лилы, как Кришна лила, Гова лила, они становятся вечны. Бхагаван, он дает нам такую сиддханту. Как это возможно, что вся Кришна лила, даже раса лила навечна. Вастахаран лила тоже вечна. Даже в Радакунде их лила тоже все вечно. Все лилы вечны. И как это возможно? Махапрабху говорит Санатане, о Санатан, Кришна рождается в любой в какой-то Брахманде, он рождается каждую секунду, и таким образом, как колесо, оно вращается как колесо, которое вращается с большой скоростью. Как же найти начало, где оно начало вращаться? Сложно найти начало этого вращения, это невозможно. Хотя теоретически можно понять, где начало, где конец, и можно подумать, что начало сливается с концом. When time itself traveling, follow. As per scientific term, I can say that time itself traveling. It's called time travel. Try to understand. Dibbo janma karma chame dibyam, janma karma chame dibyam jo vetti tattata. Takta deham punarjana nite bhamita sarjana. Janma karma chame divyam jo vyakti tattata. Takta deham punarjana nite bhamita sarjana. O Arjuna, who is going to realize осознает, что мое рождение, оно не материально. Мои действия, они не такие, как какие-то материальные действия. Почему Сверша Расалила? Бхагаван говорит, мне не нужно ничего. Бхагаван говорит в Гите, у Арджуна, мне не нужно ничего делать, но все же делаю. Никто не давит на меня, чтобы я что-то делал. Мне не нужно ничего делать, но все же делаю. Это моя лила. И обычные люди не могут понять это. И вот дивья джанма, дивья карма, мы должны понять божественное, вечное, трансцендентное явление Шри Кришны и его деяния. Кришна говорит, мое рождение в этом материальном мире, оно трансцендентно. Все это для лилы. Мои действия, все трансцендентно. И вот Прабхупад говорит, Кришна рождается где? В Матхуре. Шрила Прабхупад говорит, Кришна, он в Матхуре родился. В тонкой форме, где он родился.
внутри сердца Васудева. И каково значение слова Васудев? Шуддасатва. Тот, чье сердце полностью чисто. Без... Нет там, где нет никакого осквернения, даже запаха осквернения. То чистое сердце зовется Васудевом. Понимаете? То чистое сердце зовется Васудев. Если вы можете очистить свое сердце прямо сейчас, вы можете увидеть и почувствовать явление Кришны внутри вашего сердца. Я бросаю вам вызов, если вы очистите ваше сердце до такой степени, до Шуддасатва Бхавы, то тогда вы почувствуете явление Кришны в вашем сердце, и это чистое сердце. Шуддасатва мой, это зовется местом явления Кришны, и Васудев, он... Кришна, он явился в Бхагаватам, говорится, я принес Бхагаватам сейчас, и Кришна явился в сердце Васудева. И после этого из сердца Васудева он переместился в чрево Деваки. Как Бхагаван явился в сердце Джаганнатх Мишру сначала и потом перенесся в чрево Шачидеви. И таким образом мы не должны иметь никаких материальных представлений о рождении Кришны. Это не рождается как обычный ребенок. Обычные люди как рождаются, сначала оплодотворение происходит, потом в течение 9 месяцев плод развивается и рождается, но в случае с Кришной по-другому. Как он явился в сердце Васудева и потом переместился. Но в чрево своей матери, но это не так, как у обычных людей происходит. Прабхупад говорит, Матхура — это гена Бумика, это платформа трансцендентного знания, почему Кришна рождается в Матхуре. Кришна рождается в Матхуре, поскольку Матхура — это трансцендентное место знания, а Пракрита Гьяна Бумика. Матхура — это трансцендентное место знания. Вначале Кришна является там, и оттуда с Матхуры Кришна, он в Гокулу переносится. Вначале Кришна является на уровне трансцендентного знания Гьяна Бумики, Матхуре. Матхура значит, это слово значит, она может, Матхура значит, это слово значит, это может вращать ваш ум. Матхура значит такой-то то, что может изменить ваш ум. Это зовется Матхура Бумика. И вот вначале Кришна явился на уровне трансцендентного знания, это зовется Матхура, и оттуда Бхагаван буквально за ночь Кришна родился.
И вот Бхагаватам говорится. Кришна явился четырехруким с палицей, лотосом, с чакрой и еще чем-то. То есть Кришна явился странно. Он не родился как обычный ребенок, а родился в форме Нараяны. И вот они обнаружили палец еще. То есть он явился как четырехрукий Нараяна со своими атрибутами. И вот Васуда и Девяки, они начали возносить молитвы ему. И после этого Кришна говорит, на самом деле, я явился в этой форме, чтобы напомнить тебе. Вы начали совершать аскезы достаточно давно, и вы хотите получить милость, благословение от меня. И какого благословения? Вы хотите обрести меня как вашего ребенка. Но я не нахожу никого. Вы не можете сравнить никого со мной, и я вынужден прийти. Я вынужден прийти. И вот, чтобы напомнить вам, в то время я также явился, но вы не помните. Я явился в четырехрукой форме, и я обещаю вам, в какой-то день я явлюсь как ваш сын. И вот, чтобы напомнить вам, я явился как Нараяна. Деваки говорит, если ты явишься так, никто не поверит, что ты наш сын. И Бхагаван сказал, да, я знаю. И поэтому Бхагаван, он сразу принял форму ребенка, младенца. И вот это сварупа. И Бхагаван явился в форме маленького ребенка и начал плакать. И из-за этого его плач был опасен, поскольку Камса мог услышать и прийти убить его. Но что случилось? По милости Йога Майи, это невозможно для этих охранников понять, что кто-то родился. Они не смогли понять, они спали по милости Йога Майи, они спали все. И тогда Бхагаван Кришна дал наставление Васудеву. Я явился в Матхуре, пожалуйста, забери меня в Гокулу. И вот он так, и его переместили в Гокулу. И как-то возможно, не думайте об этом, Йога Майя все организовала. Она открыла тюрьму и сорвала цепи, и Васуда стал свободным, он взял ребенка, и с помощью Йога Майи открылась дверь, он перешел Ямуну, поскольку Гокула с той стороны Ямуны, и как пересечь эту реку, очень опасная река. Моста там не было, и вот Васудев, он мог увидеть какой-то шакал, пешком переходит по Ямуне, и тут подумал, что шакал может пройти, значит, там не так глубоко. And then the jackal going across the river,
Then immediately was the puja. Realize, oh, there is not such so much water. So I can cross with the baby. И вот Васуда взял и пошел и перешел через Ямуну, и очень важный Анатаде Васуда Санкаршан, он с собой, подобно зонту, защищал Васуду с Кришной, чтобы когда они шли по непогоде, чтобы ни капли дождя на них не попало. Vasudevji could not realize that in backside there is Anantadev. It is the duty of Anantadev. Итак, обязанность Анантадева служить Кришне. И вот Анантадев пришел. Он full safeguard and finally going to cross the river and они пересекли реку, и в Гопалчампу описывается, что однажды и вот Ямуна, она возмолилась, что как это, ты здесь проходишь через меня и не можешь прикоснуться ко мне, и поэтому Кришна упал в воду. И Васудева сразу нашел и поднял, и вот этот Васудев пошел в Гокул Махаван, это где-то 18 километров, это место явления Кришны, и в Гопалчампу и других шастрах говорится, и Джога с вами подпишет. Это Юга Майя организовала все, ничто иное, когда... У меня нет времени все это обсуждать долго. Если завтра будет время, постараюсь что-то сделать. И вот, когда Васудев, он достиг Гокулы, когда Кришна явился, я был на том этом холме, Гокул Махаване, где Яшода родила Кришна, и Васудев, он вошел в место явления Кришны. Ну, смотри, как это, в Удивон Матхури родился Кришна. А кто такой Васудев? Васудев Кришна. И в Матхури родился Кришна, но Васудев Кришна. И ну, там Нанданандан Кришна. Нанданандан Кришна родился в Гокул Махаване. Не только это, а также Кришна и Йога Майя. Кришна родилась два близнеца, Кришна и Йога Майя. И согласно указанию Кришны, когда полубоги начали возносить молитвы из всех проблем, на берегу Кхирасагара это происходило, когда Кришна... И вот эти полубоги возносили молитву Кришне, и Кришна сказал, что сначала Анантадев явится, а потом я. И я уже говорил о шести этих сыновей, шести детях Деваки на день явления Баладева. И мистерия их в чем? Они все родились из чрева Деваки. И вот после шести этих детей, потом Баладев родился из чрева Деваки, и по указанию Кришны Гарбха была перенесена в чрево Рахини. И естественно, седьмой ребенок был, и Аштами, восьмой, сегодня Аштами. Аштами Титхи, и также это восьмое.
рождения, и восьмой ребенок родился, и в Бхагаватам говорится после Кришны, также, точнее перед Кришной. Субхадра родилась. It is written, they are going to give birth to so many, and after that Subhadra. Shiva is also part. Anyway, so now actually point is that. И вот суть в том, что Джива Госвами подпишет по указанию Кришны, Васудев Кришна. Васудев Кришна был забрат Васудевом в Гокул, и в то место, где Яшода Майя уже родила ребенка, и этого мальчика, девочка, Юга Майю и Кришна, и Васудев не смог видеть это. Когда Васудев, это было наставление Бхагавана, вы можете идти в Гокул и забрать ребенка. Яшода, она очень устала, спала. Там можно было найти ребенка, надо было забрать его и поменять их. И вот голос небес раздался, что нужно так сделать. И Васудев пошел. Джива Госвами говорит, Васудев не мог увидеть мальчика. По влиянию Йога Майя, говорится, из-за влияния Йога Майя Васудев, он только мог увидеть девочку. И когда Васудев, он этого Васудева Кришну положил на кровать, и они объединились. Джива Госвами говорит, то есть два мальчика, они стали одним, и он стал Нанда Нандан Кришна. И вот это Васудев Нандан Кришна, и он слился с Нанда Нанданой Кришной. И одно очень важное, я хочу рассказать эту Сиддханту в Бхагаватам и во всех Пуранах. Когда я говорю про Бхагаватам, это наивысшее свидетельство, поскольку Махапрабху говорит Параманам Амалам. Сегодня я хочу обсудить эту шлоку. И вот это сердце Махапрабху, это Сиддханта. Натха Муни описал ее. И вот наш поклоняемый объект Арадхья Бхагаван, он не Васудев Кришна, а Нанданандан Кришна, его дама. Мы поклоняемся Кришне, Нанданандан Шри Кришне, вместе со всей дамой и всеми его, всеми принадлежностями. И как это, в чем процедура? Under the guidance of Radharani, they are serving. We should serve them. That is our topmost goal. И так как служит Радхарани, мы должны служить так же, как Радхарани и Йосаки. И Шримад Бхагаватам — это наивысшее свидетельство. Шримад Бхагаватам говорится не единожды, а много раз. То, что Нанданандан Шри Кришна, Яшодананандан Шри Кришна, о нем говорится, в Бхагаватам говорится о Кришне, кто родился в Гокуле, о нем, о Кришне говорится Нандатмаджа, Атмаджа на санскрите, Атмаджа значит отец и сын.
Атмаджа. Нандатмаджа, значит, отец Нанда Махарадж и сын его. И такое уважение было дано Нанде Махараджа. И поэтому мы очень горды, что Шри Чайтанья Махапрабху и Рагхупати Упадьяй не обсуждали в Арайграме, на том, с той стороны Ямуны. Они говорили о сокровенной Сиддханте. И вот Надхмуни говорит, и вот говорится, Срутим апаре, Срутим апаре, Сритим итаре, Бхаратам анне. What is the slok? И что же говорится тут? Срутим апаре, Сритим итаре, Бхаратам анне, Бхаджанту бхава битаха. Ахам я нанданам манде, Яса алинда парам брахма. What is the meaning of the slok? И каково значение этой шлоки? Очень прекрасная сиддханта. Обрести лотосные стопы Кришны, ради этого мы можем обнять лотосные стопы Нанды Махараджа. Почему? Поскольку кто-то поклоняется. Там наставлением вед Шрути, и это значение этой шлоки. Кто-то поклоняется Шрути, поскольку так много наставлений там, и кто-то следует Шрути. Так много смотрите, как Ману смотрите. Смотрите, их много, они говорят о сути Шрути. Смотрите, все, что мы должны делать, не должны делать. Ману смотрите, например, вот как Махабхарата размером. Тяжело, даже не унести за раз. И вот Ману Махарадж дает наставление всему человечеству. Так много наставлений, что делать, что не делать. Ситуация возникнет, что делать здесь и там. Так, я и вот не только Ману, смотрите. Так много смотрите. Шрути, она не едина. И смотрите, тоже много. Риг, Сам, Яджу, Радхарва, четыре и Шукла, Яджурведа, Кришна, Яджурведа, хотя веды разделены на четыре категории, Риг, Сама, Яджур. Есть три веды, и поэтому трай вед. Риг сам веджа, когда веда явилась в трех формах, риг веда яджура. Риг веда, яджур веда и сама веда. А дхарва веда потом появилась и таким образом. И это разделили на... Это веды разделили на несколько частей, поскольку сложно все запомнить. Не все такие, как Вьясадев, Шуманта, Пайло, Джаймини. Различные эти веды, в общем, были разделены. И каждая веда, она отвечала за... Каждый ачарья отвечал за каждую веду. Пайло, он ачарья Ригведы.
Этот ученик Вьясадева, он ачарья Ригведы. И таким образом и ученики, и ученики учеников, и таким образом веда разделилась на множество ветвей. И эта шлока, одобренная Махапрабху, произнесена Рагхупати Упадьяем. Кто-то поклоняется Шаути, кто-то Смрити, и кто-то поклоняется Махабхарате. Кто-то поклоняется Веде или Смрити, и в то же самое время кто-то поклоняется Махабхарате. Но я не поклоняюсь Махабхарате или Шрути, или Смрити, поскольку они полны страха. Но я хочу обнять, схватиться за лотосные стопы Нанда Махараджа, чтобы обрести милость Гопала Кришны. Что же говорят? И пускай они поклоняются Шрути, Смрити, Пурана Махабхарате. Но я сам не буду поклоняться им. Я пойду и схвачу Нанда Махараджа из-за его лотосные стопы. О, Нанда Махарадж, даруй мне свою милость, поскольку Парабрама, Парапаракхилешвара, Нанданадан Бхагаван Шри Кришна, он играет во дворе его дома. И там можно найти Парабрама, Бхагавана Шри Кришну. Это шлока из Брахма Самхиты. Бесчисленные брахманды, они находятся. Каждый пури на коже Кришны можно найти. Бесчисленные брахманды. И вы хотите понять Кришну, как его понять. И вот вы должны осознать, что такое Кришна Бхаджан? Мы должны понять, что такое Кришна Бхаджан, хотя мы знаем. Я не могу подружиться с бесконечностью. Это невозможно. Кришна, он Ананта. Хари Ананта, Хари Рупа Ананта. Вы уже сказали, что много раз, что Кришна он Ананта и как. Я малая, бесконечно малая душа, как я могу подружиться с Кришной? Как это возможно? Да, это возможно. Да, это возможно. Подружиться с Кришной. Можно драться с Кришной, обнять Кришну, дружить с Кришной. Все это возможно с помощью различных рас. Только с Кришной. Можно иметь все виды отношений в полной, в полнейшей степени, а ни с кем другим нельзя. А только с Кришной можно иметь отношения во всех расах в полнейшей степени. Как Шанта, Дасья, Саки, Ватсали, Маткур. Можно обнять Кришну, поцеловать Кришну. Все, все возможно с Кришной, только с Кришной, не с Нарайной. И это возможность. Можно обнаружить только, если вы будете совершать Кришна Бхаджана Рагамарги. Поскольку Кришна, он провозгласил читание Читамрити, то, что они все поклоняются мне с чувством благоговения. И Кришна говорит, я не хочу такого поклонения, брахманы. Так много гимнов из вет
воспевает. Я не хочу, не хочу это. Что я хочу? Что же я хочу? Если мои враджаваси, они спорят со мной, ругают меня. Я люблю и такое проявление их любви. И в Читании Читамрите говорится, Айшварья, значит, это то есть такое благоговение перед Кришной, такое чувство превосходства, то, что оно не может даровать подлинную радость Кришне. Кришна хочет иметь такие более близкие отношения со своими преданными, как мои друзья, как отец, как мать, как гопи, как мои слуги. На Вайкунтхе мы также можем найти слуг. Они служат там Кришне или Нарайне, но мы не можем сравнить, поскольку они служат Нарайне с таким чувством благоговения, как Нарайне. То есть служение как на Вайкунтхе есть, так и в других местах, но внутри Вриндавана оно более такое близкое. Там нет чувства благоговения, и там другое служение, и дружба, она также есть на Вайкунтхе, но она не такая. Но она не с открытым сердцем. И вот. И внутри Вриндаваны это уникальное. Они могут, эти гопы, они могут даже кормить Кришну своими объектами. Например, залезли на высокое дерево, и Кришна говорит: я могу помочь вам, становитесь на мои плечи и собирайте фрукты. И вот какой-то дух Кришны становится на Кришну, пробует манго, что она сладкая, дает предыдущему гопу, тот тоже пробует и дает третьему, потом четвертому, и потом, когда до Кришны доходит, она уже наполовину съедена, она уже пять раз проверенная, укушенная. И Кришна говорит: действительно очень сладко, но так вот такие отношения с Кришной невозможны в других местах, только во Вриндаване. Что такое мадхурья? Пытайтесь понять это. Почему мы говорим, что мадхурья Кришна очень хороша? Что значит мадхурья? Вы знаете значение слова мадхурья. Мадхурья значит Кришна, он то же самое. Почему мы говорим, что Вриндаван полон мадхурья? Поскольку Кришна, он не меняет свое тело, свою форму. Кришна, когда всего лишь 6 месяцев Тринаварта приходит, когда 5-дневного возраста Путана пришла, чтобы убить Путану,
Кришна, он не проявлял свою силу и не менял свое тело, он находился в таком пятидневном возрасте. Путана пыталась накормить вся его отравленным молоком, и через год был день рождения Кришны, так много сладостей было, было обычно. Это повозка, Кришна спал на ней, а это демон в форме бычьей повозки пытался убить его, и Кришна пнул ее, и этот демон взлетел высоко и упал и умер. И Нанда Махарадж подумал, как это бычья повозка так высоко взлетела, и сказали, что твой сын, он ударил ее. Этот Нанда Махарадж спросил, вроде ничего, не было ни шторма, ни ничего, почему это бычья повозка так взлетела и упала. Сказали, что Кришна виноват, он пнул ее, и как, не может быть такого. И поэтому это Мадхурья. И и вот вне зависимости от возраста ситуации, так или иначе, Кришна не являл четырехрукой форму или форму с палицей, так в таком в своем теле боролся с демонами и прочими. И поэтому Кришна Лила, она полна Мадхурья, и мы можем обрести возможность объединяться пятью различными расами с Кришной в их полнейшей степени, только с Кришной, а не с кем-то еще. Таким образом, Кришна явился в Мадхурье и отправился в Гокул, и оттуда Гокул. Он пришел во Вриндаван, чтобы совершать различные лилы. И вот несколько сомнений я хочу развеять. Кто-то может сказать, что мы читаем в шастре. Если Кришна есть, то не может быть майя. Мы знаем, если есть Кришна, то не может быть никакой майи. Если есть Кришна, то никакой майя не может быть. Но как это возможно для Путаны достичь Кришны? Как возможно для Тринаварты достичь Кришны? И Сиддханта в том, что в соответствии с желанием йога майя, желанием Кришны, йога майя, она организовала все это. Йога майя, она по желанию Кришны, йога майя позволила Путане прийти к Кришне. Путана значит ракшаси. Путана значит это ведьма. И так или иначе, Путана значит майя. Путана — это майя. И вот Путана, как она достигла Кришны, и только потому Кришна одобрил это. С помощью одобрения Кришны йога майя организовала все в соответствии с лилой, чтобы насытить, украсить лилу. Это организовано йога майей по желанию Кришны. И по желанию Кришны Путана она достигла своих целей и достигла этого Кришну. Балгопал Кришна, и пытайтесь вспомнить, когда Путана достигла Балгопал Кришны. Бал Кришна, то тогда оно было очаровано кем? Майи. And when Jashoda Ma
Когда Ишода Ма, Рахини Ма, они были удивлены. Пытайтесь понять, как это возможно, что Ишода Ма, Рахини Ма, они не смогли понять. Они вечные спутники Кришны, как они не смогли понять Сварупу Бутаны. Вопрос может такой возникнуть. И вот вопрос, как это возможно, они вечные спутники Кришны, Нанда Баба и Ишода Рахини. Как это возможно, что они не смогли осознать, что эта путана пришла? И вот не пытайтесь спорить, если вы думаете, что Ишода и Рахини не смогли осознать форму, подлинную форму путаны, демоницы, то это случилось только по воле йога майи. И есть два вида майи. Есть два вида майи. Одна саджан вимохини майя. И другая дурджан вимохини майя. И вот и в общем, по воле Махамая происходит, или Санджан Вимахини Майя. То есть они либо опознают демонов сразу, либо, если это не нужно, то не опознают. И времени мало, и поэтому я хочу произнести шлоки из Бхагаватам в честь явления Кришны. И также я хочу сказать очень важное. И суть в том, когда Камса вот согласно голосу с небес, и вот Камсе, голос с небес, сказал, что восьмой этот ребенок убьет его. И Камса подумал, зачем с первых семерых убивать, пускай живут. И вот Камса решил так. И тем временем Нарада пришел. И Камса, он выразил почтение ему, и Нарада спросил, что царь, что все хорошо ли. И Камса рассказал, что так и так, что хочу убить вашего восьмого ребенка. А точнее, что он услышал, что восьмой ребенок его убьет, поэтому он хочет его заранее убить. И тут Нарада появился, захотел ускорить все, чтобы Камса побыстрее помер. И вот Нарада сказал, как ты вообще считал, ну как, вот первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Но смотри, это же полубоги. Они хитры очень. И может, они наоборот считают 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
А если ты с восьми считаешь? То есть они могли наоборот детей считать, и поэтому может первый тебя убить. Тогда один будет восьмым, а восьмой первым. И Камса подумал, да, действительно. Ну, иногда часы идут в одном направлении, в другом. Когда вот эти ракеты запускают, то наоборот считают, там не 1, 2, 3, а 3, 2, 1. И вот Нарада сказал, что ты не должен ошибаться. Как? Ну, да. Большая ошибка была бы. И вот Камса решил на всякий случай всех убить, что точно не ошибиться. И вот ночью, когда Кришна родился в полночь, Рамачандра родился в 12 дня, а Кришна в 12 ночи. И вот поскольку Бог Солнца наблюдал рождение Рамачанды, то этот лунный бог, он опечален был, что не видел рождения Кришны. И тогда Кришна сказал, что в следующий раз я рожусь в полночь, чтобы ты мог наблюдать мое рождение. И вот говорится, во время рождения Кришны, когда Кришна рождался, ситуация такая, вся окружающая обстановка, она приняла такое. Очень все. Он родился в очень благоприятное время, все было просто идеально. Все приняло очень прекрасную форму. И вот когда Кришна родился, время было очень благоприятно, и в то же самое время
положение звезд было совершено. И во всех десяти направлениях на небесах все было идеально. Везде, в соответствии с Чандрой, все приняло идеальное положение. Эти небеса были украшены. Реки текли прекрасным образом. И все. Озера, они тоже приняли прекрасную форму, цветы расцвели, и в то время прекрасный ветер дул. И таким образом Кришна явился в этот день сегодня. Если вы думаете, что сейчас 9 вечера, вы рассказываете, что явление Кришны сейчас, но я нельзя сказать, что я не прав, поскольку мы сейчас около 9, но Кришна, он является где-то в какой-то Брахманде. Махапрабху говорит об этом, в любой Брахманде Кришна может явиться, и таким образом можно сказать, что то есть Кришна, он всегда, каждую секунду рождается в какой-то Брахманде, поэтому это правильно. И таким образом вначале я сказал об этом, и не хочу говорить подробнее. Кришна сначала родился в Мадхуре, и Сиддханта. Tishi Indu Eva Puskalaha. One Siddhanta is here in Bhagavad. Krishna appeared. И вот Кришна явился. Здесь говорится. Yatha Pracham Dishi in Dishi Indu Eva Puskalaha. Like moon. Appear moon. Appear in Pracham in west, you know, west. Moon appear in the sun, appear in the east. Солнце восходит с востока, а луна с запада, и Кришна явился как подобно восходу луны, не как обычный человек. И вот здесь говорится. Дева Рупиньям Вишну Сарвагухасаяха Агирасит Прачам Дишу Диши Индрива Пускалаха. Like moon god appear. Like moon god. He cannot say that the western direction. He cannot say. Мы не можем сказать, что западное направление дало рождение Луне. Нет, это просто луна восходит с той стороны. Артамадхутам балакам амбуджекшанам чатурбуджам санко гадаюдаюдам сивасвалакшам галошубхокостубам питамбарам санду пайодуду совагам. Different kind of description, I speak only two lines, nine times cannot promise. Тамадхутам балакам амбуджекшанам. The boy, lotus, you know, like the petals of the lotus. Eyes, tamadbhutam balakam ammujekshanam chaturbhujam, forehand, it is it. Shankho,
Санка Чакра, Гада Падма. Бхагаван явился со всеми этими предметами и Шиваса Лакшаном, Каустабхом, камень Каустабхи был на нем и одежда желтого цвета. И здесь в Нандагокуле Яшодама была очень уставшая, и следующим утром Яшодама обнаружила, я родила ребенка очень хорошо. И Нанда Баба тоже обнаружил, что жена его родила, и они организовали праздник. Хотя Васудев Деваки не могли этого сделать, поскольку были в тюрьме, и Камса сторожил их. И вот Васудев, он отмечал этот праздник, а как в уме. Васудев плакал и сидел в полной медитации и предлагал тысячи коров браманам в уме, поскольку физически был в тюрьме, не мог выйти. И вот Васудев Махарадж, он организовал праздник внутри тюрьмы. Он раздавал золото и прочие подаяния брахманам и вайшнавам. А здесь Нанда Яшода в пятой песне говорится. Ахуйо випрано ведоджяно снато сучираланкрита бачайтва састаянам джато караматмаджасса бои караяма сабидиват питтир деварчанам татха дену нам ниюте прадат випребхьо самаланкрите тиладрина сапто ратно го шато коуст Sato Kumbham Varapritam. I am speaking only two or three lines, nothing. Because time can be a big festival. Nanda Maharaj, next day, discover there is a very nice gopa, very nice boy, taking lap and kissing and going to arrange, announce very loudly, hey, I get one boy, come. Нанда Махарадж, он позвал всех брахманов, вайшнавов, они все пришли. И Нанда Яшода, они в общем, они организовали праздник в честь явления Кришны. Нанда Баба не думал, что его сын Кришна, и когда они предлагали все это, они в общем, был огромный праздник, и все в Раджавасе, они воспевали славу Кришны и отмечали все это. И сегодня у нас есть возможность поклоняться Бхагавану и воспевать его славу. И у нас праздник Харикатхи. Что можем еще сделать? Бхагаван, он Верховный Господь, мы знаем, но не хотим помнить об этом. Если будем помнить, что он Верховный Господь, то тогда не можем любить Кришну. Тогда наша связь с Кришной станет другой.
такое будет чувство благоговения, у нас не будет, не может быть таких свободных отношений, близких отношений с Кришной. И вот это слово Гопала применимо к Кришне, Бал Кришне. И когда Кришна, он пошел в лес, как пастушь с этими, с телятами, хотя имя Гопала, но вечно. Mother speaking, you cannot go to forest, you are very small. No, at least I can go with calf. They can play with me. From then, then Gopal become half covered man, half. When, you know, Gopastami, you know, then Krishna started, you know, taking big cow with him. This, Jang Bhamma Varunenda Ruddha Maruto. Сунбанти дивайставай, бедай санга падакрама панишадай, гаянти ям самага, дхенавастита дадагате наманаса, пашанти ям йогина, ясам там навидуху сура сурагана, девайута асмай нама. Ванча калпатарвасики басинды бхавича, патитананг папанам бхавишна, бхё намо.